что же тут есть? Различные смотровые, обзорные, специальные аппараты, которые, естественно, за определенную плату, если посмотреть и заплатить, можно много что увидеть. Например, дальние форты, лежаки, на которых можно облокотиться и позагорать. Специальную площадку, различные покрытия, как каменные, так и деревянные. Очень много различных видов растений, как обычные травинки, так и различные карликовые и не очень растения. Туи, пихты, сосны и другие интересные вещи. Огромный тюлень, блестящий, с растопыренными усами, блестящим носом, выпученными глазами. И если у них белки, птица баклан, все хотят потрогать. И шикарный, шикарный. На Финский залив. Ох, по газону не ходите. Но можно остановиться вот в таком прекрасном навесном месте и пообедать, позавтракать, перекусить. Что мы сейчас с вами и сделаем. Приятного аппетита, дамы и господа. Приятного аппетита. Пока ты тут набегаешься, мы сейчас...